дорога, поле. И музей. Царка музея. Кто-то говорит, Google переводчик перевел как музей сарказма. А на самом деле здесь поэт жил с похожей фамилией. Он писал книги, поэмы какие-то, не знаю даже, что именно, стихи в этом самом доме. А потом умер, и люди сделали из его дома музей. И водят сюда периодически людей. Они приходят, есть ключ там. В другом месте можно зайти в его дом посмотреть. Там швейная машинка есть большая, кровать. Вот за окно посмотреть можно. Может, что-то видно будет. Печка, стол вижу, кроватка маленькая-маленькая. Вот такой поэт тут был, жил. Вот как он выглядел, фотография его. Вот так вот. Пойдем теперь на поле.